В общем, здравствуйте. Решил записать видео, пока не жарко с утреца пораньше. О! Притаился, типа его не видно. Альбиции, кстати. Всего 4 года. Вот она начала разрастаться вширь. Так, мы будем по порядку идем. Что тут плющ? Такие вот импровизированные такие ножки плюща. Там вьюнок ползет. Тут подсолнухи. Подсолнухи. Так, содиум. Одну ветку я ему обломал. Вот он. В начале лета. Уже зарастил дырку. В принципе, растет хорошо, быстро. Здесь такие заросли, джунгли, тыква декоративная. Туда ползет на крышу, она тут везде самосев. Здесь вот, как же он, лагинария длинная такая, сосиска. Я уже один урожай снял, тут еще он подрастает. Как эти, как кабачки можно использовать. Они ночью цветут вот такими цветками, днем увядают. Лилейники второй год на этом месте растут. Дали много цветов. Вот тут ряд был целый. Здесь сеянный, как он, не хотел сказать, зизифус, физалис. Пока еще плодов не давал. Бархатцы. Тоже еще один вьюнок. Такое упустили тут на крышу. Тоже цветет до полудня, до жары. Это бругмансия, вот ей всего лишь. Сколько примерно, я сейчас скажу. 8-й месяц от семечки. Вот такое вот огромное растение. С поливом, естественно. Тут он. Роса выступила. С поливом вот она достигла вот таких размеров. Опять тут тыква декоративная. Эвкалипт припудренный тоже растет очень быстро. Тоже любит полив.
Тоже тут место такое, с крыши здесь стекает все это. Тут такие растения, которые не против влаги. Ну, скорее даже за вот этот венок цветущий, который... Вот эвкалипт. Вот он такой, палка. Чисто прут. Прутик такой. Здесь забыл, как называется, колючий. Такой тоже. Тоже колючий венок. Тоже он все никак не доплетется. Вон до этого колеса. Сосна крымская. 5-й год она растет на этом месте уже. Выше моего роста я ее загибаю, все в сторону отгибаю. Она растет. Вверх ее тут тыква декоративная оплела. Вот так вот. В принципе, ничего страшного, потому что все эти нижние ветки у нее я буду обрезать. Я имею в виду у сосны. И оставлять один вот центральный лидер, ну или два, которые буду отправлять вот туда, вот куда-нибудь туда вверх, чтобы она меньше места занимала. Так, ну, здесь виноград дозревает, болотный кипарис. Ого, сейчас, конечно, болотный кипарис. Аризонский кипарис. В этом году, ну, вон он там, если видно, верхушка. Вот, отсюда он до сюда, получается, где-то 50 сантиметров подрос. Еще будет расти. Вот. Такая махина пятилетняя, 6-й год ему. От семечки. Стволяка. Вот такой вот. Тут просто с ума сойти. Здесь что у нас? Бархатцы. Бархатцы. Розмарин вот за год тоже. Вот. Отмерз этой зимой вот посюда и отрос красиво. А запах, конечно, ух. Хочется сразу мясо пожарить. Высадил канну, замульчировал ее недавно, буквально 4-5 дней назад замульчировал ее соломой. Вот. И на этой соломе уже вот после дождей, как раз дожди прошли, я ее поливал. Выросли уже грибы. Начали есть уже. Так что... Процесс пошел, короче. Ну, а здесь все. Это... Гибискус. Почему-то не хочет зацветать. Так он мне не показал ни одного цветка. Бересклет японский. Полынь. Наша местная. Самосевная. Очень, как это, вписывается, по-моему, в композицию. Немножко вот я сухие травы. Цветы. Портят немножко, конечно. Почему бы и нет? Там вон подсолнухи на дальнем плане. Вот еще какие-то виноград. Там можжевельник виргинский здоровый.
Это абрикоса. Тут можжевельник вонючий. Вот. Вот так вот он. Такой медленно растущий. Достаточно где-то у него прирост, ну, сантиметров 30, наверное.